Покиньте рабочее место. Я вам еще раз говорю, я начальник депо. Встаньте и покиньте рабочее место. Ты слышишь меня? Вы слышите меня? Ну я позвонила, я уже позвонила. Я, если сейчас сюда придет полиция... Пусть приходит. Хорошо, пусть приходит. Я позвонила и звоню. Не вопрос. Сейчас придет. Но это будет ваш последний рабочий день. Они сказали, что... Смотрите, что у вас происходит. Да, я позвонила. Понятно. Сейчас начальник ДПО угрожает, что это будет мой последний рабочий день. Все хорошо, записываю. А где ты есть? На суток набери этого дежурного. А где дежурный? 36-го, куда едет? А ну давай его ищи, куда он отошел. Ищи его, чтобы он начальника вызвал срочно. Вызывайте полицию. У вас номер есть? Есть, Владимир. У тебя есть его суток? Потому что вы ведете себя с начальником сервиса. А вы не выполняете регламент приговора, да кто? Значит, вызывай сюда полицию. Да не надо мне пока. Не надо мне тут строить условия, уважаемые. А не надо на меня кричать. Вы чего на меня кричите? Я не кричу, я с вами разговариваю нормально. А вы кричите в эфир. Вы кричите в эфир, оскорбляете машинистов. Да? А ну еще раз, можешь вызвать дежурного? Вы же даже не разобрались, в чем дело, а пришли вот со мной так разобрались. Не надо мне рассказывать, разобрался я или нет. Я разберусь завтра. Ну, хорошо. С вами спящий на своем рабочем месте. А вы видели? Разберусь. Я? Да, видел. Да. Видел. Кажется. Я вам завтра все покажу. Молодцы. 44-й или нарядчика набери. Ты смотри, а? Будет она мне тут условия ставить. А на своих местах никто никуда не дергается. Ну, маневры все делаем. Алло, Макс, ну, что это? Вижу. А я уже... Ну, не палец. Алло. Значит, маневры останавливают. Станция передавая, что в депо никаких маневров, пока не приедет полиция, не производится. Все, останавливаю маневры, срываю все поезда, да? Ты смотри, а? Она мне условия будет ставить. Хорошо, пусть меня освидетельствуют, а не надо на меня кричать. Пусть освидетельствует всех нас здесь. Да. Вот есть фотографии? Основание, мы завтра проведем с вами разбор. А где? А вы мне приказ пришлете? Обязательно. Хорошо. Обязательно. Дима, садись. Ну, я позвонила. Сказали, что будет сюда. Вы мне документы дадите. Во сколько вам удобно завтра подойти на разбор? Нет, подождите, Андрей Валерьевич. Да. Если вы меня отстранете от работы, вы меня... Я сижу здесь, я до утра здесь буду сидеть. Никуда я не пойду. Не уходите. Это во-первых. Во-вторых, хоть если встретить. Вы меня вызываете на разбор, пожалуйста, мне... приказ на стране за то, завтра будет официально, вам будет. Вам заплатят за сегодняшний день. Почему так происходит? Владимир, скажи, вот, как фамилия ваша? Лученкова. Лученкова, она член профсоюза, да? Нет, я не член профсоюза. А, нет, ну все, Владимир, все, тогда отдыхай, тогда извини. Все хорошо, да. Ну хорошо. А? Ты уже не член профсоюза, замечательно. Вечером. Ты снимаешь, Ангелина? Да. Значит, я вас официально, еще раз повторяю, какое удобное для вас время? Вечером. Замечательно. В 16 часов я жду вас на разбор. Хорошо? Хорошо, берите адвоката, жалуйтесь в ЮНЕСКО, в спортлоту, куда хорошо хотите. В 16 часов я вас жду на разбор. Хорошо. Замечательно. Алло. Я приду.